Здравствуйте, просим помочь с решением проблемы. Организация Аркада-С, Воскресенский район, село Булгаковка, не дают зарплату рабочим. Без конца задерживают, никого не боятся. Очень просим помочь, как людям жить в такое трудное время. Значит, такого быть не должно. У нас сейчас на связи находится руководство Государственной трудовой инспекции. Я прошу считать это официальным обращением и назначить соответствующую проверку по данному предприятию. Воскресенский район, село Булгаковка, Аркада, правильно? Аркада-С, да, Воскресенский район. Аркада-С. Отработаем, такого быть не должно. Это как раз лежит в компетенции Государственной инспекции труда. Нас руководитель сейчас слышит, и отдельным поручением мы это пропишем и проконтролируем.